я понимаю, что как бы, вкладываться по-хорошему нужно, и своим трудом, собственно, я это делаю. Но честно, значит, вкладываясь, я бы хотел в перспективе получить отдачу. То есть не просто так как бы просрать эти деньги. Я и так уже просрал, считай, 2 миллиона рублей. Да? А ну, как бы и осталось у меня там вообще чуть-чуть. А именно понимать, что где продукт, который мы продаем, ликвидный продукт, да? Для этого нужно его оформлять, упаковывать. Я думаю, что это именно как бы надо делать под брендом, так как вот я занимаюсь проектом Libra, Libra Money, Libra Life, сейчас вот Libra Center, Libra там Союз. Я хочу именно его и продолжать. И, в принципе, готов вкладываю там свой труд. И, в принципе, если ты хочешь присоединиться под этим брендом, то милости прошу. Понятно, что как бы, если речь идет, значит, выполнение задач по продвижению проекта Libra в массы, по крайней мере, бренд увеличивается, да, вот, и узнаваемость, я, по крайней мере, могу хоть чем-то гордиться. То вот с кем они разговаривают, там спрашивают, вот ты 2 года делаешь, да? И что? Ну что сделано, покажи. Вот. По крайней мере, будет что сказать, да?